Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи Светланы Карининой. Композиция назвал «Ночи в августе самые темные». Музыка исполнения Самуила Фрумовича, видео из интернета, из цикла «Ожившая поэзия». Скоро наша природа изменится, пестрым станет зеленый наряд. Только август совсем не безделицей улетает по-летнему в сад. Травка, листья еще не увядшие, вдоль дорожек и в клумбах цветы. Вряд ли что-то вроде есть краше их, есть желание такой красоты. Травка, листья еще не увядшие, вдоль дорожек и в клумбах цветы. Вряд ли что-то в природе искраше, есть желание такой красоты. Скоро осень, но в августе верится уходящего лета звезда под названием «Большая медведица». Вспыхнет ярче, чем было всегда. Ночи в августе самые темные, средки звезды в небе блестят, а как мчатся деньги неуемные, отодвинуть бы время назад. Ночи в августе самые темные, редки звезды в небе блестят, а как мчатся деньги неуемные, отодвинуть бы время назад. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт», «Ночи в августе самые темные», стихи Светланы Калининой, видео из интернета, исполнение Самуила Фрумовича.